викликати правоохоронців швидко, зручно та навіть оцінити роботу поліціянтів, обіцяють розробники застосунку для смартфонів MyPol. Наразі мобільний додаток працює в Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Житомирській, Миколаївській, Полтавській, Львівській, Запорізькій, Харківській та з 26 грудня в Дніпрі та області. Розробляли програму роки зотри, запустили півроку тому. Додаток є на всіх мобільних платформах, запевняють розробники, і користуватися ним доволі просто. Вы скачиваете, регистрируетесь. При регистрации вводите те данные, которые обычно говорите при звонке в 102, ну, кроме электронной почты, которая используется для восстановления пароля. На главном экране у вас есть красная кнопка SOS. Нажимая красную кнопку, формируется в приложении карточка и отправляется в полицию. То есть в полицию приходит ваша геолокация, ваш адрес, все ваши данные, которые вы ввели при регистрации. Желтая кнопочка – это быстрый вызов полиции. Это когда нет опасности жизни и здоровья, но нужно вызвать полицию. Здесь вы выбираете нужную вам категорию. Вводим комментарий, что произошло. Можем дописать в местоположении какую-то деталь, возле какого магазина вы находитесь, там это бывает полезным. И отправляем вызов. Вызов также доходит в полицию с нужной вам фабулой с тем, что произошло. Далее оценка работы полиции. Вводим номер жетона, ставим оценку и добавляем комментарий. Дуже важливий крок, прогресивний крок, який дозволить нам бути більш сучасними, більш ближчими до людей і більш швидше реагувати на виклики поліції.